Слава Украине, героям слава, привет всем от Полонского. Сегодня была Бавовна уже в районе Курской атомной электростанции, в Курской Народной Республике. Это бывшая территория так называемой России. Так вот, там местными героями-партизанами была подорвана уже во второй раз линия электропередач, идущая от этой электростанции к другим потребителям, через которые, через эту линию электропередач, электроэнергия, производимая в Курской Народной Республике, грабилась незаконным московским режимом Путина. И партизаны сегодня ночью этот недостаток, эту трагедию предотвратили. Больше, значит, с сегодняшнего дня в Курской Народной Республике, на Курской АЭС, работает только один реактор. Если не верите мне, проверьте по прессе так называемой России. И остальные реакторы в аварийном порядке выведены из эксплуатации. Что будет с Курской АЭС, мне сейчас очень тяжело сказать. Я могу сказать одно, что в случае, если неприятности, не дай бог, будут на Запорожской атомной электростанции у нас, ну, я, конечно, не могу этого знать, но мне почему-то кажется, что их не минуть и там. Поэтому я бы посоветовал российским террористам, российским бандитам и вообще всем путлеровцам, расистам прекратить свою грязную возню в районе Запорожской атомной электростанции, покинуть ее территорию и вообще покинуть территорию Украины, дабы хуже не было. Потому что, поймите правильно, очень много украинцев сейчас живет на так называемой России или на том, что от нее останется. И поверьте мне, что эти украинцы будут очень недовольны, это я сейчас очень мягко говорю, тем, что вы делаете на Запорожской АЭС. И вот то, что у вас сейчас работает только один реактор на Курской АЭС, должно вас, по идее, все-таки остановить от каких-то там необдуманных поступков в Украине. Собирайте манатки, уезжайте домой и не наносите ущерб ни себе, ни людям. Слава Украине!